Инспекторы территориального отдела номер 28 Госадмтехнадзора Московской области еженедельно проводят спецоперацию «Засада» вместе с сотрудниками ГИБДД. Вот и на этот раз первый нарушитель попался довольно быстро. Он выбросил мусор у автобусной остановки в селе Жаворонки. Это одна из проблемных точек Одинцовского района. Мужчину привлекли к административной ответственности. Теперь ему придется выплатить штраф. За этим проследят инспекторы. Административная ответственность за сброс мусора в неотведенных для этой цели мест, а также из транспортных средств во время их остановки, стоянки или во время движения на физических лиц предусмотрена от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. И административная ответственность за отсутствие договора на вывоз мусора для юридических лиц административная ответственность предусмотрена в размере 300 тысяч рублей. Причины такого поведения водителей лежат на поверхности. Рядом расположены садовые товарищества. Дачники, возвращаясь домой после выходных, не отвозят мусор на специальные площадки, а выкидывают его прямо у остановок. А это немалые объемы, в том числе и строительных отходов. Согласно плану надзорной деятельности Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области, в летний период времени предусмотрены такие операции, как засада и дачники. Операция направлена на привлечение к административной ответственности лиц, допустивших сброс мусора в неустановленных местах. В рамках данных операций инспекторами территориальных отделов Государственного административно-технического надзора производится объезд наиболее проблемных в плане чистоты порядка и благоустройства мест на своей поднадзорной территории. Благодаря подобным спецоперациям нарушителей чистоты становится все меньше, и ситуация с несанкционированным выбросом мусора на придорожных территориях улучшается. Именно этого требует губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».